Татьянин день в Юргу отметили в фойе второго этажа главного корпуса. Для зрителей приготовили праздничную игровую программу с элементами театрализации. Студентам представили образы известных литературных Татьян из Евгения Онегина Пушкина и стихотворения Есенина и из «Малахитовой шкатулки» Бажова. Мы читали произведения этого образа, то есть, чтобы понять суть, как себя вести, характер, и потом уже пробовали это на практике. Во время праздника прошел баттл между директорами институтов и студентами ЮРГУ. Также выступили творческие коллективы университета. Получилось очень здорово и красиво, когда Пушкинская Татьяна, Бажовская Татьяна и Есенинская Татьяна проводили интерактив со студентами, задавали интересные литературные вопросы. Я думаю, что на празднике было всем место, особенно директорам, которые с удовольствием посоревновались со студентами. Традиционно ректор ЮРГУ объявил, какие три желания студентов исполнятся. В этом году будут созданы зоны отдыха в общежитиях, интерактивный информационный стенд об университете и волейбольно-баскетбольная площадка. Также Александр Шестаков поздравил студентов с праздником. Я желаю, чтобы в этот день все, кто пришел, закончили сессию. А сегодня-завтра у нас заканчивается. Я желаю, чтобы у вас не было хвостов никогда. Я хочу пожелать вам, чтобы вы были активны в нашем университете. Университет старается дать вам образование, научить заниматься наукой. Мы стараемся дать вам много культурных ценностей и приобщить к спорту. Закончился праздник флешмобом, коллективным исполнением песни «Кабы не было зимы». Студенты рассказали нам, что зарядились хорошим настроением и готовы к дальнейшей учебе.